Сделаем сюжет этой Мэрил, да? Broken memories before you, the old thoughts had not been revisited. The consciousness lost on the other side, and the data on the terminal are the only way to the sheer white line. Погнали! Задание легенд... Как ее зовут? Еще познакомимся, наверное. In progress. Поговорить с Хайкином из Хайкросса. Местная Эола, да, это ледяной двурук. Местная Эола, угу. Как 21-й апнул. Пришел и апнул. Так, Хайкросс. Поехали. Мэрил. Ходил в данжи А02-А03. Вроде да, ну, легкие сложности. Там эти давали еще предметики всякие. Типа 18-й левел максимум. И поговаривают, что есть какие-то серваки, на которых 18-й левел максимум. Почему так? Непонятно. У нас 24-й максимум. И вообще это очень странно. Сколько в этой игре стихий? Я видел электро, пиро, мороз, физ. Вроде все. Так, Хоакин. Привет, экзекьютор. Я доктор Хоакин. Я отвечаю за ежедневную работу с симулякром систем. Прости, что звоню тебе вот так из ниоткуда. У нас есть проблема. В нашу базу кто-то вломился. Мы потеряли очень важную информацию. Мэрил, симулякрум, дата... Мы не смогли синхронизироваться с симулякрум, датой Мэрил. Мы отследили несколько источников хакеров, ну, типа этого взлома, и поняли, что это были наследники Аиды. Наша дата, конечно, зашифрована и с защитой, но эти наследники Аиды умеют их, короче, взламывать. Надеемся, ты поможешь нам найти эту потерянную дату. А где она хранится? Она хранится в Воланд Сноуфилд. Этот регион заморожен, в морозе стоит весь год. И в нем высокий уровень радиации. Поэтому мистер Шуди пойдет с тобой. Это новый умный слуга Хайкросов. У него есть всякие функции, которые помогут тебе выжить в той жестокой радиации. Я загрузил информацию об украденной дате в Шуди. Он отведет тебя в локацию. Да, эта дата очень важна. Мы на тебя рассчитываем. Я отведу, и все будет хорошо. Да, да, да. Оп, телепорт. Ну вот она бегает, вот она, смотрите. PayPal. Ты готов? Да, я готов, погнали. Да какие, чё за... Чел, хватит спамить. Говно. Кстати, я так и не активировал последний промокод. Можешь попробовать. А, не открывается. Миссия. Как данжик, но... Не, подожди-ка, это прям эндгейм-локация, а не данжик. Прикольно. Ледяная. А можно? Ок. Ускоряйся, мы в вражеской территории. Вражеская активность. Победи их, пока я исследую все. Не
С серваками перса можно перекидывать? Вроде поговорил, что да. Поздравляю, ты справилась. Не смотри на меня так, это очень грубо. Мои ежедневные задачи — это... Короче, всякие компьютерные штуки. Сбор информации, ее обработка и так далее. Так что драться я не очень хорошо умею, так что защищать меня придется тебе. А я должен защищать дату. Угу. Ладно, я тебе верю, пока что. Пойдем вперед, мы недалеко от таргета. Я точно не знаю, где он находится, только приблизительное расстояние. Кацинь только что пробегала. Вполне может быть. Я прошел на 18-м. Ладно. Прошел. Matching energy resonance. Match found. Meryl's consciousness 7. Получить сознание Мэрил. Заставочки. Подшел. Ля, как она с двуруком обращается быстро. Точно двурук? А там не панцирь, что там штанишки. Однажды я тебя забрала. Эх, энергия падает. Выставить координаты. 5, 4, 3. О, нет, он ее телепортирует. Виктор! Снег идет, сестренка. Наконец ты проснулась. Получив эту дату, произошел какой-то резонанс с твоей, с тобой и датой этой Мэрил. Тебя сильно задел. Теперь продолжим. Доктор объяснил, что есть копии Consciousness 1, 6, 7 и 9. Мы достали кусок 7. Похоже, что дату раскидала. Пойдем же ее искать у этой локации. Дата показывает, что у нее был какой-то брат. Время что-то войн, они что-то искали. Если никогда не играл ни в это говно, ни в Genshin говно, во что лучше начать? В Genshin, конечно. Тут без вопросов. Ответ очевиден. Опа. На 10 часов что-то находится. Просканировал. Противники и сознание Мэрил 9. Я пойду первым. Стой! В дотку лучше или в каэсик? Ну, с таким отношением это точно. Зачем вообще нужны симулякры? Они дают какие-то бонусы? Симулякры дают тебе оружие, в первую очередь. Желательно легендарное, соответственно. Ну и скинчик на персонажа, если захочешь использовать этот красивый или не очень скинчик. Пожалуйста, остерегайся гвардов. Стелс-миссия. О боже, рандомные телепорты. Такое у нас уже было. В самом начале игры. Как будто мы, я не знаю, может, игра посчитала, что мы где-то застряли, нет?
Ой, да ладно. Очень странно. Интересно, квест продолжится с того же момента или нет? Как они это сделали? А, да, тот же самый. Ну, не страшно. Либо меня заметил вот этот вот, заметил вот этот тя. Почему нам таких персонажей не дают? Она убегает. Hello. 21 на экране же написано. Я же не перекрываю уровень. Да, Эсса прям отличная. Большое количество врагов. Пожалуйста, аннигилируй их всех. Я анализирую. Я пока поанализирую дату. Found. Чё, дадут её потестить? Да, походу. Надо же дать тестового персонажа посмотреть. Чтобы игроки захотели её выбить. Прикольная единичка. Атака. О, хе-хе-хе-хе. Блин, честно, я бы с двуруком поиграл. Мне вот мой лук не очень прям сильно нравится. В плане... В плане управления персонажем лук не такой удобный, как милишное оружие. Штанишки. Лосинки. Айскрин. И она выпала из пистолетами. Завидую челам, у которых по две леги уже. Стримерам-то не подкручивает никто. Это ж полный или стоит попробовать? Нормальную игру, нормальную, приятную. Если нравится Геншин, то заглянуть стоит. Потому что обычно Геншин нравится за open world, изучение мира, там вот это все. Здесь это есть. Кажется, Виктора здесь нет. Нам надо расширить зону поисков. Где видосик с крутками? Ну, дай бог, сегодня вечером выложим. Может, завтра. И шестой месяц Рисава. Спасибо, кроме опой. Спасибо, спасибо. Спасибо за Рисава. Переживай, наша снежная королева. Ты снова видела прошлое Мэрил? Ее дата резонирует со странной скоростью. Давай найдем и заберем последний кусок. Что произошло? Уровень радиации превышает, чтобы обезопасить себя, придется создать защитный какой-то барьер. Сейчас все спокойно приходит, кстати, дропс. Лично мне геншиновские так и не прилетели. Здесь все приходит нормально. Пышки, by the way. Главное не забыть забрать.
О-о-о-о-о-о. Мне это надо. Это Gold Nucleus, между прочим. Который на минимапе, правда, не отображается, но... Окей. Почти отстоял очередь, кратц. Ты что, сейчас прям на всех серваках очереди? Разрабы еще не открыли новых? Их и так оказалось больше, чем ожидалось, вроде бы. Чем вначале анонсировали. Да, это мой персонаж, который я сделал. Что, дерево можно рубить, нет? Ты там просил набрать... А, не могу пока, сори. Очереди по 5к. Ну, неудивительно. Так, я вообще сюда бегу, не? Куда мне бежать? А, победить солдат. Да, поехали. Второй на Блюмосе, смысл на другой идти. А, так не, я не об этом, Сайленс. Я не говорю, что тебе надо идти на другой. Я к тому, что... Просто... Мне просто было интересно узнать. Чё по очередям? Я не могу пока принять заявки в гильдию, сори. Ada Base Interior. У меня... Я в миссии, которая как... Как данж считается, или типа того. Активировать первый пауэр-генератор. Блин, нормально так дамажит этот лазеры. Надо от них отбежать, пожалуй. Очень понятно, когда враги прям атакуют, если честно. Иногда у меня такое чувство. Блин, она же отталкивает. Заряженный выстрел. Что делать с водяными цветами? Принести к ним водяного слайма. Водяного слайма-робота. Так, первый кусок воспоминаний Мэрил. Transmit out of... Наверное, я здесь сундуков не увидел. Сколько весит игра? 20 гигов вроде бы. Вы тоже стрим ведете по 10 часов? Да? 8,5 уже. Я каждый день, в принципе, стримлю часов по 10, но сегодня особый день, сегодня стрим минимум 12-часовой, потому что нам еще... Эй, дай возьму. Нам еще вечером в Cult of the Lamp новый рогалик играть. Никакого прогресса между серверами, по идее, нет. Только если ты не переносишь персонажа. Нестабильный сигнал, дата не получена. Пожалуйста, отдохни.
Нас отвлекли. Походу, придется еще раз попытаться. Реконнектимся к первому сознанию. Читаем. Получилось. Не знаю, будешь ли ты резонировать в этот раз. Слишком сильный уровень резонанса. О, нет. Может быть, они были друзьями в прошлом. Давненько не виделись. Может, хоть улыбнешься? Каким-то образом мы в одну группу попали, кстати. Это из-за тебя? Эй, подожди. Ты прям беспокоишься за меня? Что-то голос запаздывает или вперед идет наоборот. Я вообще-то старше, вроде бы она сказала. Возможно, мне кажется, все-таки я старше. Вся дата была собрана, пойдем вернемся к доктору. Мне Мэрил упал. Блин, звучит круто, мне прям... Да, двуручница... Выглядит удобно. Игра онлайн? Да, это MMORPG. Вот тут челы стоят, видишь? Вот это чел. Ник у него XD. Точно чел, ник у него XD. Вроде да. С возвращением, спасибо тебе за помощь. Доктор Шуди теперь проанализирует дату и соберет детальный репорт. Ты, говорят, резонировала с этой Мэри, с датой Мэрил и соединилась с ее воспоминаниями. Это чувство, это было так странно. Этот феномен уже раньше происходил, но это первый раз, когда я видел его несколько раз за такое короткое время. Что случилось с Мэрил? Ну, Виктор пропал, а Мэрил продолжает работать на Хайкросс. Я также поискал архивы на наличие, ну, короче, ее записей. Результаты все те же. Хоть она и тоже экзекьютор Хайкроссов, она также и кто-то, кто... Could call a gifted communicator. Она очень одаренный коммуникатор. Социалайзер. Короче, этот переговорщик. Короче, состояние ее файла... Relatively scanned. Sort and supplement signif. У нее недостаточно файл или что-то такое. According to Hycross records, after Victor disappeared in the Wollen snowfield, Merrill went to the snowfield to search for him many times after work. Так, Шуди расскажет больше. По записям Хайкросса, Виктор исчез в Верон Сноуфилд, и Мэрил часто ходила туда, чтобы найти его после работы. Да, Хайкросс пришел к некоторым выводам. Во-первых, Виктор мог умереть, но и его тело унесли мутированные существа. Во-вторых, Виктор может все еще быть жив, но почему-то не может связаться с Хайкроссом по неизвестным причинам. И третья возможность, самая жуткая из них, его просто забрали наследники Аиды. Ну, это лишь предположение. Настоящую правду мы до сих пор не знаем. Возвращаясь к сюжету, я все еще беспокоюсь, почему же Мэрил резонирует с твоим телом? Есть эта проблема? Нет, тебе беспокоиться не надо, это тебя никак не навредит. Но если есть какие-то переживания, то можешь провериться в нашей медлаборатории. Спасибо за твою помощь. Все, это квест Мэрил пройден. Довольно быстрое задание легенд, если уж сравнивать с Геншином. Так, ребят, вы просили заполнить этот... Да? 116 и еще очень много жесть вас. Так, я думаю, что я прекращаю принимать. И оставлю хотя бы 15 слотов, чтобы никого не кикать. Буду только знакомые ники, плюс мне еще Яну надо добавить. И знакомые ники из чатов, кто у нас вот на Геншине сидит, может быть, будем, да, принимать. Кто-то там писал, что не успел зайти днем из-за очередей. Ну,
Пока что придется все. Вы можете кто-нибудь скооперироваться каким-то образом и создать, например, вторую гильдию. Со временем еще 30 слотов откроется. Но я понял, что гильдия будет качаться, и мы будем ее открывать. Но в любом случае. Придется делать вторую. Я на самом деле думаю, что было бы хорошо, если бы Мила вторую гильду сделала. Еще на нашем сервере играет экс-магистр. Кому интересно, можете попробовать к нему. У нас будут, как бы, мы в любом случае будем дружить гильдиями. Можете... Блин, не так. Шаут-аут. Можете к магистру заглянуть. Я уже 125 караликов отдал. Чего? Возьми в клан. Ник. Так подожди, ты... Да. Ты вначале сам инвайт кинь, я приму. Боже, возьми в клан за оценку пачки кек. Вообще, скорее всего, со временем мы реально введем награду. А там посмотрим, что по игрокам, придется этим всем разбираться. Уже вступил, ну все, рогалики я тебе вернул. Хорошо, этот квест сделали. Что теперь? Пойдем немножко смолы потратим. Location of Stargate cannot be shown in this area. А я могу свалить из Хайкросса в Асперию просто телепортом, допустим? Могу, да? Угу, отлично. Буду знать. Даже до очереди не пускает. Печально, печально. Какие правила в гильдии? Может, надо какой-то левел качнуть? Ну, в целом мы будем следить, чтобы... И хотелось бы, чтобы у игроков был, да, максимально из возможных. Но я понимаю, что я не хочу заставлять... Это я сегодня 8 часов играю, у меня еще не максимальный уровень, у меня 21. Но, типа, я, конечно, много бегаю и исследую, просто чилю. Вот. Пока что не будет супер строгих правил. Пока что просто чилим вместе с вами... Играем и наслаждаемся игрой. А там дальше посмотрим. Мы не собираемся пока там потеть в топ-гильдии и выбираться, тем более для этого. Для прокачки гильдии надо, видимо, донатить. Так что да. Так, смолу, да? Вот сюда. Для прокачки оружия. Celestial Gates will appear at random across the worlds. Tap the Celestial Gate icon. Это как раз для крио-оружий, по-моему, да? Это для каких-то, я не знаю, дендро-оружий. Так, я понял. То есть мне нужны именно конкретные какие-то. Сейчас я проверю на всякий случай. Мне нужно крио-пушку качнуть в первую очередь. А, у меня хватает. Мне нужен 25 уровень. Ну, на следующем левеле мне потом не хватит, так что можно сейчас сходить, почему нет. Можно либо за криво сходить, либо за... Что здесь еще в Старгейтах есть? Это, видимо, физушные кубы. Слушай, ну, походу мне вот сюда. О, это мне туда пешком, да, бежать? Ясненько. Ну, погнали. Ой, чуваки с другого стрима, вы задрали. Никто на ваши сообщения не байтится. У нас тоже много зрителей, которым нравится игра, и они хотят играть. Не надо пытаться кикнуть людей, заставить их тупым способом выйти из игры. Ну, камон. Чё началось? Я даже банить не хочу. Мы тоже проснулись рано и зашли в игру, пока не было... Пока серваки не были перегружены. Ну, что поделаешь. Это же тупо рискин на Геншин. Да, но это MMORPG. Привет, Витя. Здравствуй. Боже, как же она не попадает просто. Так, а я вообще доплыву до туда? Как бы мне надо туда, но... Ну, типа... У меня вообще стамина-то хватит? Туда кто-нибудь уже попадал? Я доплыл? Окей. Хорошо.
Вот здесь, наверное, самая близкая точка. Хрен его знает. Может быть, нет. Сундук. О, я помню это место. Я здесь убивал мобов, и здесь тоже был вот этот вот сундук. Да. Доски водной нету, что ли? У меня вроде нету. На ховерборде. Слушай, ну я не видел у себя ховербордов. Как ты получил 2х стамину? Надо грибы сожрать, которые дают при прокачке. Да я не знаю, можно просто прыгнуть, наверное. Реликты. Джетпак. Стрэндж Куб. Магнетик Сторм. Умнем Шилд. Тайп. Если стамин закончится, то просто ХП начнет тратиться. Ну, давайте попробуем перелететь. Да, я думаю, долетим здесь нормально все. Ой-ой. Оп, какие-то ёжики. Urchin. Ага. Лавовый пит. Self-replenished lava comes from deep underground and originated from decaying molten magma and radioactive substances. Ну, я полагаю, она еще недоступна. Просто-напросто для того, чтобы ее забирать. Да, конечно, не работает. Я догадался. Нельзя заморозить воду. О, нет, здесь нельзя строить мосты, как... Это делали в Геншине за Кэйо. Дофига морских урчинов. Собираем. Ну, а кнопка появилась, это ПВП, где? У меня вроде никаких кнопок не появлялось. Не знаю, что. Медкраб. Два меча. А, не, это что-то типа книги приключений, только немножко, только другая ее вкладка, я бы это так назвал. О, змеи какие-то. Так, ладно, мне надо добежать вот до сюда. Только вначале можно вот сюда сходить. Я думаю, я с ним, конечно, справлюсь. Не очень просто хочется. Это тоже какой-то данж. Руина Б-02. На 24-м левеле, ясно. Спасибо за гайд со смены языка. Ой, это нашим зрителям спасибо. Я сам тут ни при чем. Ракушки. Руины прям как Horizon, да, мне тоже в целом Horizon напоминало немного. Есть такое. Понятия не имею, зачем я это собираю, но дают собирать, собирай. Сейчас справлюсь с челами. Более высокого уровня, конечно, справлюсь. Странно двигается, если сильно повернуть. А? Или это автонаводка какая-то? Да, нет. Это СССР лук, да. Ледяной лук у нас СССР-очка.
Type 1 чип. Для ртов вроде бы, да? Шмоток с гачи, вроде да. Ну и за всякие ивенты, естественно. Tap and accept closer supply pod. Closer supply pod receiving. Это скинчики, да? System start to obtain ID. Пожалуйста, тапай, чтобы... Ладно, verification система. Нажми где-нибудь. Ага. За 1200... А? Что это? В нем 10 круток. Но на него надо... Но в нем 10 классических круток. И на него надо потратить... 800 валюты. Current discount. Через один день, через 3 дня, через 6 дней, через 13 дней. Через 13 дней он будет бесплатным. Тогда... Типа... Ладно. Что подано, требует больше, чем Genshin. Сложно сказать. Скорее всего, честно говоря... Не, ну... Смотря в чем вопрос требует, понимаешь? Genshin требует 0 доната, да? В Genshin донатить вообще не нужно. Здесь есть PvP. Но при этом кто-то писал, что на PvP типа статы уравниваются или что-то такое. Хз, не уверен, не знаю. Но вот чтобы какое-то PvE здесь проходить быстрее, вроде бы, нужны... Персонажи посильнее, вот, и там будут лидерборды какие-то. Не знаю, да не нужен донат пока, вообще не нужен. О, кацинка. Кто там про кацин недавно спрашивал? Вот, кацинка. Феррис, портовый стражник. Ну, хоть не... Да. Wanderers. Патата! Еще патата! Стандартную внешность в игре можно в любой момент менять. Вроде бы можно, но одежду вроде бы бесплатно, а... всякие там цветовые гаммы и так далее за... За донат. Так, а где? Что? А, да. Так, мне, блин, я вот сюда вот бегу вообще, да. О, чел мне напомнил. В игре же есть маунт. Без доната на Китае собрался 6 самир за 3 месяца игры. Довольно быстро. Это же пятизвездный персонаж, ну, оружие пятизвездное. С фулл созвездиями, жестко. Немезида будешь выбивать? Пытаюсь, но не дают. Девочка прикольная. Как ты переплыл на ту часть? Да просто нашел и... Я перелетел. Я летел, а потом поплыл под конец. Сейчас, минуту, я знаю, что здесь нужно. Здесь нужно... У него хэндкэнон. Эм...
Нужен Дик Деда. Да. Не то. Сюжетная миссия, нельзя до вышки доехать. То есть, ну я доехал до... Ну, хотя бы там можно порталы открыть, уже ж хорошо. Так, это что такое? А, это и есть этот портал. Это как артерии земли. Вспомнится в родном на месте, видимо. Да меня преследуют эти кацинки. Или это кацинка. Теперь я получаю полное удовольствие от игры, поедая пиццу в процессе. Как тебе хорошо. Stargate. Редкость. Звездная. 1, 3. Рекрут. Гоу. Давай, гоу. Защищайся от волн врагов. Прыгаем. Хорошо. Oh, no. Только не говорите мне, что... Окей, все нормально, все работает. Говори, Сатан, спасибо за второй месяц подписки, спасибо. Сейчас бы как серваки залагали и сделали бы Alt F4, да? Оп, здрасте, волны. Гиена Ганнер. О, к холоду. Хорошо. Это очень-очень хорошо. С нашей-то пушкой. Ручка хорошо, выпала Мэрил, и с ней меч. Да, это местные легендарки. Поздравляю. Мэрил прикольная, мне понравилось в тестовом забеге здесь местном. Все пройдено, и чё? Почему она нас не выкидывает? Челлендж succeeded. Автоэксит через 10 секунд. Жми ОК, чтобы выйти мгновенно. Спасибо. Ничего себе, 2К смотрят. Да, да, сегодня с самого утра. Большущий онлайн. Там, где даешь их персу, сверху есть теги. Слова в цветных прямоугольниках. Также теги есть на самих подарках. На редких подарках есть 2 тега. Больше подходящих тегов, больше дружбы. Все, понял. О, нет, игра опять лагает. Ну, походу, сервак, все. Чет как-то подвисло. Видимо, придется сидеть в очереди. Не, ну подождем, естественно. Вот так и сливай смолу. Если Геншин задушил, стоит ли вливаться в ТОВ или такая же душнюк? Скорее всего, тебя задушат. Перезаходи быстрее, перезайти без очереди, проверено. То есть Alt F4 делать или что? Сам Cyber Team, ты вроде давно стрим смотришь, я тебе верю, конечно, но... Да, у меня работает. Ну, допустим. Alt F4 не сработал, кстати. А, что-то подвисло. Беда, 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 беда. Беда.
Без очереди заходил, когда выкидывал. Ну, попробуем. А, апдейт еще вышел. Ну да, еще апдейт качать. Очереди не такие уж и долгие вроде. Поговаривают, что у всех супер долгие. Ты будешь крутить немезиду? Ну, планирую, девочка, прикольно. Я уже 10 круток туда сделал, не выпало. Сервер умер, похоже. Спасибо за свод, я зашел. Да. Сервак просто перегружен. Ну... 5 минут с 1300 до 900. Welcome to Ada, Blumos. Ну-ка. Ну-ка. Да, слушайте, заходит. Фу, повезло-то как. Блин, такая люмен, просто такая. Ей. Самир хорош, говорят, что хорош. Хороша. Эй, Вандерер. Могдан превратится в машрум, а ты попрыгаешь. Могдан даст тебе что-то хорошее, хорошо? Да, давай. Трансформируемся. Hit the flying ball. No. Да хватит двигаться туда-сюда. Зачем мне прыгать, в принципе? Почему я не могу это... не вижу. Да. Окей. Спасибо. Так, куда еще смолу-то слить? Куда еще смолу? Куда еще смолу? Кикает за АФК. Вот этого я, кстати, не знаю. Select. Gameplay consuming vitality produces energy crystal dust. Ага. Которую можно тут тратить. Без прыжков не генерится новый мячик, может быть, кстати. Материалы повыбивать. Типа, допустим... Тут, по-моему, физа была, да? Это же физические коробки. И же наверняка нужны для усиления физлука, который у нас... Ну, более-менее неплохой, по-моему. Да, блин. Дай ты мне посмотри... Где-то есть инфа, что на его улучшение нужно. И мне так и придется тратиться. Не, смотри, здесь нужен Acid Proof Glaze. Физлук сильнее ледяного. Да вообще посрать. Ну, с учетом того, что у него 3 созвездия, возможно. Пфф. Ну, вообще посрать. Так. Здесь такие. Вот здесь эти сетпруфы есть. И здесь тоже. Только здесь 3 почему-то. 4, 36, 16к. Здесь 4, 5, 36, 16к. Потому что это более высокоуровневая лока. Внезапно 3, 4, 36. 4, 5, 36. Нет, просто так вышло, что, в это, что этот выгодней. Интересненько. Как это работает? Опыт после кап куда девается? Я не знаю. Я не играл в Китае. Но мне кажется, сгорает, скорее всего. Ладно, спасибо за соточку. Я качаю пока что.
Ну, я вот его юзаю для пазлов и прокачал на 30. Больше пока не планирую. Ну, а так-то довольно нужная штука, да, для пазлов. Очень нужная. Да сдохни ты уже, выбери таргет, пожалуйста. Короче, я чуть-чуть прокачал, ну типа, первые уровни качать не жалко, это мало ресурсов, типа. Ну типа да, у трехзвездного лука, у него, кстати, даже пробуд нет никаких. КС, это видимо какая-то пауэр его общая. Что это такое, 169? О, кстати, быстрый способ выйти в матрицу, вот так вот. Не знал. Так-то да, выглядит не очень выгодно, но чуть-чуть можно, чуть-чуть не жалко. КС Counter-Strike. Да. Данжи выпадают рандомно каждый день, поэтому если повезло на редкий данж с большим количеством, то стоит приглашать туда с собой крышей. Ну, как сказать, типа, блин, что значит повезло? Ну, у нас есть вот эпики, да, допустим. Но это синьки. У нас вот здесь еще были эпики. А, в них можно один раз сходить. Новый моб. Давай, выкапывайся. Сэндворм. Охотится в дюнах на еду. Да блин. Шопа у него, конечно, закапывается долго. Вот как его надо убивать. Идеальными уклонениями, да? О! Я знаю этих ребят. Они клевые. Лучшая гильда на сервере, кстати. Не все нужны в больших количествах. Ну, скорее всего, да. Со своей гильдой, да, Только это не было идеальным уклонением. Подожди, разве? Я думаю, идеальное уклонение дает заморозку времени. Че это было? Урон ты получил, да? Просто накопилась ульта? Я не знаю. Слот заняты в гильде. У нас 135 из 150, и хочется чуть-чуть придержать. Ну, как минимум для постоянных зрителей с Геншина, Вадимикус, тебе могу добавить спокойно, да. А так я пока принимал вообще всех, кто есть. Вначале. Так, ТПшка, и надо забраться туда, на портал, да? Я не играю. Ясно. Ну и... Чё спрашиваешь? И, Иван, спасибо еще за сеточку. Не, пока не было. Пока что всех любым оружием, абсолютно. Вообще не проблема. Есть предположение, что туда надо перелететь все-таки. Залипательно? Ну, 8 часов, 9 часов стрима. Пока что однозначно такая же залипательная, как и Геншин. В плане геймплея, то есть бегаешь по миру, собираешь кучу сундуков и всяких других штук. О, круточка.
Блин, как же интересно, кто мне второй Лего выпадет. Будет забавно, если выпадет просто созвездие на этого же персонажа. Ну, такая, такой средний уровень забавности, я бы сказал. О, эпики. Мы такие еще, не помню, открывали уже или нет. Главный вопрос, тратим ли мы ключ или нет. Мне кажется, что фиолетовые легендарные ключи, скорее всего, надо сохранить на эндгейм. Там больше наград будет сыпать из таких штук. Пробабли. Но пока дали очень мало, конечно. Да, таки я открывал, ну, один, скорее всего, не помню точно. Их. Может, тогда их вообще не открывать? Чего бы? Они респавнятся, судя по всему. Это явно респавнящийся ресурс. Пустыня будет, блин, через 2 месяца. Сейчас зачем слить? Так я не знаю, но вы мне расскажите. Я-то чё? Так нет, дело же... Все равно, чем более высокоуровневая локация, я, наверное, ее поюзаю, тем круче будет, не? Какая-то плита. Активируй и посмотри, что произойдет. Да блин! Дурацкие обучение сделано отвратительно из-за того, что... Игра в, как ММОшка, а не синглплеер. Что там пишут? А, это World, я крю хотел. Та-да-дам. Я пропустил в итоге обучение. Что здесь надо было сделать? Потому что оно в битве было. Нихера не понял. Хорошо. Так, я до туда точно отсюда долечу? Блин, честно говоря, не уверен. Да мне сейчас, в принципе, не столь важно, я просто, главное, хотел до тут долететь попробовать. Гаджет столба. А, ну, короче, да, у меня есть гаджет столба, этот Дик Деда, да, есть. Как называется ваша гильдия? У нас уютный диван у камина. Рарити, смотрите, редкость 2. Угу. А как понять, почему? Типа, здесь больше наград? Не знаю. Доступно весь день. Каждый из экстаргейтс will appear in the world. На трехзвездные лучше, ну, мин-макс. Типа, я уже прибежал сюда. Данж с Диком Деда, это капец. Чё, КД такой огромный на сам гаджет? Не знаю, не надо его просто так тратить, наверное. Спасибо, чат, спасибо. Всем, видите, кстати, там пару новых фолловеров. Welcome. О, чел, которых физой надо бить. Чего, которых криво явно надо бить, да? Конечно, альфа.
Хотя не факт. Блин, этого электро. Вот же идеальный додж, точно. Тайминг. Блин, эти к огню. Надо было кьюшкой и луком бить. Жирничие, однако. Резистанс. Не, не жирничие, а я оружие говно выбрал. Тут не на время хотя бы. Ну, тут есть 10 минут, но... Не думаю, что есть какая-то разница. У этих резистанс к огню, наоборот. И ко льду тоже. Ну, значит, электричеством долбим. Курю-курю! Спасибо за 1 бакс. Есть, у меня в 120 есть микрофризы, да, я тоже заметил, всякое бывает. Бывает, бывает, подлагивает чуть-чуть. Так. ГС какой-то увеличился. Герскор мой какой-то. Почему я не видел, где здесь есть общий уровень какого-то герскора? Луков шаттер хреновый, да, да, но... Сгонял, поплавал по миру, весь контент почти залочен таймлоками на 2-3 дня. Ну да, да, это логично. О! Его здесь до этого не было. Пип-пип-пип. Пип-пип. Кто спрашивал насчет сундуков, почему? Типа, они респавнятся, их не жалко. Давайте вот на вот этот, наверное, еще сходим. Кусок. Нет, 3 штуки. 3 штуки. Вот, 4 штуки вот сюда сходим. Будет продолжение «Любовь, смерть и робота» или «С душой совсем». Я прошел игру полностью, на ютубе будет полное прохождение, да. Приглашайся гильдейцев. Такая... Типа, смысл? Если вдруг у них нет смолы, то зачем им? Не, ну если, конечно, вдруг есть смола. Кажется, я здесь ходил, собирал сундуки. Или они за бесплатно за мою смолу могут получить здесь ресурсы? Сомневаюсь. Да что ты? Залоченный же, да? Не, ну я могу попробовать. 2 звезды, неплохо. Рекрут.
You're speaking too fast. Request to join team, Nubia. Я не помню, это из нашей гильдии или нет. Пега. Почти пипега. Рекрут в чат же идет. No teammates to call. Beginning attack. Сейчас я пытаюсь в менюшке разобраться. Это покинуть группу, да. Выключить микрофон. Ну ладно, с рандомами пойдем. Я не знаю, зачем просто. Как 19 левел получить? Поговариваешь, на каких-то серверах 18 на данный день максимум. Почему? Никто не знает. А на нашем сервере 24-й. Короче, погнали. Как сломать камни, за ними сундук. По сюжету чутка пройти, там ракетницу дадут. Гаджет, гаджет специальный. Вроде оно должно. Я не рандом, слышу. Да я откуда знаю, кто тут пришел. А, сайленс. Вот, не рандом. Вот теперь вижу, что не рандом. Вот Бельфигор не с нами, не гильдеец. С пистолетами, кстати, расстреливает там. Это же не рандом, просто пью. Окей. Вот так-то. Блин, надо было не молнию. Не рандомы в чате, в как. Бля, че его носит туда-сюда? Скилл какой-то, видимо. Breakthrough. Success. Success. Не привык стрелять из лука элементом. Да. Лук, который сразу стреляет элементальным уроном. Необычненько, согласен. Это точно. Это точно. Так, claim your reward on a simulacrum page. Подожди-ка, а что я здесь не забрал? Награды с этой миссии, что ли, не забрал? Вот я сморг. Ее сюжетка еще... А, нет, это еще сюжетка Самир на 24-м, да. Матрицы какие-то новые или почему они светятся? Потому что игра хочет, чтобы я их прокачал, да? Идите нафиг. Я прокачаюсь тогда, когда пойму, что мне это надо. Наградки, наградки. Оп, соточка. Прекрасно. Что-то в руинах есть. Б01 открылась.
Здесь нормалы не открылись пока. 25 уровень, ясно. Нормал сложность завтра только появится, да? Здесь 21 изи дадут тоже гаджет какой-то. Это тот самый водный глайдер, наверное, да? Да нет, это джетпак, это куски джетпака просто для его прокачки. Ясненько. Окей. Что еще? Бесконечная World Exploration, не знаю. И что такое Daily Bounty? Я еще не все дейлики сделал. Пойдем доделаем последний. Почему этот светится? Он же закрыт, вроде бы. Да, закрыт. Ну, сундук. В чем отличие оранжевых и фиолетовых круток? Оранжевый — это классический баннер. О, нет, наоборот. Блин, оранжевые и желтые они. Или ты сравниваешь желтые и фиолетовые? Фиолетовых нет гаранта. Сейчас. Фиолетовых нет гаранта. Ну, блин, они, я бы сказал, они больше желтые, чем оранжевые. Коза. У этих есть гарант. Ну, есть еще красные. Красные — это лимит. Лимитированный баннер, как в Геншине, по сути, персонажи. Там выпадают обычно круче. Да. Крутани десяточку, еще делики доделаем и крутанем, да. Зачистил на сундук, не собрал. Он закрыт, я подбежал к нему. Я подбежал к нему и... он еще недоступен. Он завтра будет доступен, скорее всего. История круток есть в игре, да, есть. Что делать, если вместо оружия выпал щит? Вот этот кусок тоже закрыт, видите? Через... Откроется через 15-14, что бы это ни значило. 15 минут 14 секунд? Нет. 15 часов 14 минут, скорее всего. Вот эту хрень можно открыть. Можно открыть. Пару сундучков. Я так понял, что вот эти вот синие и прочие ключи иногда из таких обычных сундуков выпадают, да? Weapon battery. Еще и бюджетные ресурсы на прокачку оружия. Совсем понимаю, на что я вот эти вот куски руды качал, не помню. Ну, не качал, убивал. Очередь на блюма с 10 часов. Соболезную. Кажется, это залаганный Dandelion. Марша The Shroomer. Ладно. Ты же знал, что The Shroomer — это человек. Которая, видимо, выращивает здесь грибы. Password chest decryption. Хорошо. Не все так плохо, 20 минут назад было 10 часов, теперь 2. Ну, ок. Матрица, да, там предметики лежат какие-то. Вот этот сундук, скорее всего, тоже еще не лутабельный, да. Но я же здесь бегал, я ж помню. Так, награды. Пас, это Battle Pass, да?
А как забрать? Ну, кроме как claim all. Supply chip. After use 3 следующие 4 раза, когда ты консумишь vitality за открытие joint operation box, удвоит шанс получить мастер ключ или ультимейт. Звучит круто, еще бы понять, когда это тратить. Эй, спасибо за еще 50 рублей. Без донат. Мы за 30 по МСК сидим на Асторе до сих пор. Что по круткам? Сидим на Асторе с 20-30. Это в плане занимаете слот или... Ну, в плане играете или сидите в очереди? Кафа. По круткам у меня только одна лего, и все очень грустно из-за этого, как по мне. Мы залетели на Блюмос. Я куда планировал, туда и залетел. Фу, нажал два раза случайно. Эй. Это же база, да? Там стартовая лока. Вроде она. Ну конечно, давай упадем из-за того, что... Не скликнул кнопку. Чё теперь туда лезть за этих? Нет. Похильте меня кто-нибудь. Акцепто! Эй, еще записать. На стриме залетели в первом вагоне. Там уже через 10 минут вагоне, очередь там уже через 10 минут очередь появилась. А, Димас, лосось, ты тот самый лосось со стрима Deadly Style, я понял. Да, Donation Accepted. Ну и зря пошли на перенаселенный сервер. Ну, как оказывается, наш сервак тоже как бы уже забит. Ну, мы пошли на свой, выбрали свой и наслаждаемся здесь. Уже даже этот набрали нормально так. Людей в гильдию. Мне пришли, я свою гильдию создал. Минус крутки, да. Угу. Отпусти с командой, во врата зайти не могу. Сейчас, подожди. А мы все еще в команде? Окей. Ремув. Окей. Самому выйти. Даже не обратил внимания. Так. Нам надо. Dimension Trials. Нам надо. Забрать отовсюду все возможные награды. Крутко. И крутануть. Да блин, бесит вот эта вот инфа о том, что сходи, сделает. Чё здесь? Оп, золото. Спасибо, молодцы, все молодцы, все молодцы. Так, есть знакомые реквесты? Ну, View for Dream давно на стриме у нас, точно. МНГ, может быть это Лиманг? Не знаю, надо уточнять. Играл на космос после данжа, вылетел в меню игры, персонажа нет. Жесть. Так, что еще? Friends. На почту больше ничего вкусного не присылали, да? Special orders. Мне, блин, двух круток не хватает. Желтых. А здесь не хватает... Не, надо докопить, надо до десятки. Надо до десятки. Почти гарант, кстати. Жесть. Ну, почти, видимо, не считается. Полутый мир, две крутки упадут. Да, я вот думаю, откуда бы мне взять. Во вкладке этой локации, по-моему, да? Есть. Вот, аж целых 5 круток в этой локе. Тогда куда? Где мы еще не... Блин, ну здесь... А интересно, а квесты считаются как? Выполнение локации. Supply поды, World Exploration, Space Rifts, Scenic Points, Supply поды. Ну да, ясно. Вообще, можно до этих круток дойти? Да.
О, кстати. Почему карта такая темная? Как будто не открыта. Вот с картой какая-то проблема. Я тоже не понимаю, что с картой, не знаю. Где у меня ТП не открыт? Вот здесь. Ну, значит, там больше всего лут. Поехали. Как поменять язык, если стоит англо, а все на китайском? Чел. Ну, как поменять язык? Восклицательный знак. Не работает. Личку проверь. Когда люди слишком много спамят, бот начинает писать в личку. Ты просто чат читать разучился. Или не умел. Идем на цветок. Че они там какой-то цветок бить собрались? World Boss? Че у вас там? Блин, сколько же слов он хочет. Поджог. А где дебаф видно? Вот здесь видно, да? Инфо дебафинг. Боссов бьем. Tomb of Thorns. Share your position. Это вот оно? За легендарные карточки. Блин, ну ладно, пойдем посмотрим, что там. Twitch Drops 4 нельзя получить. У меня уже открылось 5, а 4 так нет. У них там порядок неправильный. Все там можно получить, по идее. Ну, ладно. Видимо, тут. Нет. Сундук наверху в корнях. О, кому-то повезло, смотрите. Линия 128, а? Не, походу я... Значит, у меня, видимо, неправильно определилось или что? Что это? Это рубарк какой-то. Канал... А, канал на 128 перейти. Вот что они имеют. Я не пробовал просто, что имеется в виду линия. 28, хорошо. Угу. Блин, как жарко. Причем персонаж выглядит не таким, как я его создавал. 10 минут в игру поиграй. 10 минут. Канал запикивает. Возможно. Блин, ну, наверное, надо бить. Робарк. Гуманоидная лайфформа. Carry the tenacity of plants, but also in it fear of... Ля, ну это прям это... Нормально такой World Boss. Это вам не... Геншиновый на 4 человек, который проходится в соло, да? Я вообще дамажу? Давай, да.
Ей, ачивка Робарк. А, и это наверняка за смолу. Нет, Advanced Power Chain. А, стоп. По-моему, говорили это не тратить. Force Disciper делаю, наверное. По-моему, легендарки лучше типа оставлять на более высокие уровни, правильно? Ну, зачем мне на низком уровне лутать говно, да? Ну, логично, мне кажется, логично. Наверное. Кукис, он аниме. Не трать 20, жди 40-го. Ну, все, супер. Эта игра в Китае уже давно вышла. Да, месяцев 8 назад, и все в нее наигрались, и... кто-то в нее наигрался, и теперь знает об игре все, и приходится ему играть с нуля. Не знаю, зачем они. Первый рейд гильдии, вы сделали памятное фото. О, нет. Мы не сделали. Коробку толкнул. Как так? Так, мне вот сюда вот надо. Такие боссы, что весь рейд могут положить. Нормально. Что с чатом на сервере, а что с чатом не так? Не знаю, мы следим за нашим. Ну, что-то спамят стикерами. Понятия не имею. О, кстати, я почти 24-й левел внезапно. Слышал, лосол невозможно убить. Ну так это вроде даже прикольно, наверное. Вот и налетели. Maybe. Эйми. Мой отец планировал наше путешествие в Астру не так давно. В Астору. Что если я наткнусь на неприятности? Нас ограбили гиены прошлой ночью. Отец отца ранили, пока он защищал меня. Гребаные гиены. Где они? Да просто забудь. Их сила в числах. Но нам надо что-то с этим сделать. Amy's Revenge. Почему чат гильдии не работает? Это... По-моему, этот сервак очень лагучий, надо на другой перейти. А, не. Maybe. Ну, не сервак, а канал. Знаю, мне кажется. Может, от канала зависит, нет? Это что все сервера красные, понятно. Я про каналы не знаю. Убей Гамма Маус Сквик. Может, он не риснулся еще? Что его кто-то недавно убил? И он где-то наверху. Recycle. Зря 5 часов аккаунта и роли он... Да нет, я не имею в виду, что мы сервак будем менять. Я имею в виду канал как будто лагающий из-за того, что много людей ходило на World Boss'а. Все-таки как будто наверху показывает. Забаганная миссия, надо несколько раз всех убить. МК.
Клёво, что я могу сказать? Наградки не дозабрал. А, да. Alright. Награды, Battle Pass. Спасибо. Шоп постоянно светится, потому что они байтят. Байтят купить первые покупки. Сделать. Энтовые крутки делали, да делали, делали, все делали. Какой-то пацан. Юпитер. Двиноухол, а ты знаешь, какой длины береговая линия Астры? Или как много островов есть на Аиде? Я бы даже не предположил. Ой, ты такая глупая. Watching the wave and knowing more about the sea is something that most Inlanders can only dream about. Смотри за... Короче, смотреть за волнами многие только мечтают. The sea is a source of life and the gift of humankind. О, и чё? Я поделюсь каким-то секретом местным. Портуниды. Самое вкусное мясо во всем мире. Попробуй сама. Полови немного и попробуй их приготовить. Эх, если бы мы сделали сашими из портунидов. In a pond near Ominum Tower, yes. Yes, I guess. О, крутка. Блин, мне еще одна нужна. Defeat Apophis. Да, вот они, крутки. За убийство этой как раз, да. Вот здесь еще 5 дают, но тут очень далеко. Но тут очень далеко. А вот, видимо, вот эти вот World Boss'ы очень даже выгодно по одной круточке. Хроники забрать 20. Угу. Что у нас в крю интересного? Крюмейты, еще больше новых. Скейри вижу. Принял. А, уже in the crew, окей. Лагает, я же говорю, подлагает чуть-чуть. Сколько, где мои 10? Одну осталось найти. Ее прям по миру в теории можно найти, где-то в сундуках рандомно может лежать, но... Гильдия, ограниченное количество мест, да. Нашел клуб челленджа, теперь еще людей. Ну вот, разве что одного world босса убить. Ребята там не знают еще одного world босса. Мне бы не помешал. Ну, или просто побегать где-то здесь и попробовать поискать что-то. Здесь уже крутки получены, блин. А если здесь? Здесь до круток дофига. Твоего мы его еле убили. Блин, ну я вообще не уверен. Ну, наверное, можно, но... World Exploration, Supply Pods. Подожди, Supply Pods это что именно? А, это как раз штуки, которые еще не все можно собирать, к сожалению. Как, например, вот этот. Ну, большинство я уже собрал. Мне кажется, остальные процентов 50 здесь как раз не собираемы. С некоторых одуванов падает золотая. Так да, но, блин, я типа... может быть, в сюжете где-то есть. Одна круточка. Side mission. Не, в основном опыт. Рецепт какой-то. За обучение Order One Matrix. Buy any item in the store.
А, да. Ну, блин, ну. Нет, они, конечно, молодцы, но. Я не хочу золотой нуклеус покупать. Vitality Solution — это обновление смолы, да? А нашел один за мировым боссом на пляже. Вот здесь. А я там, может быть, бегал, понимаешь? Но я сейчас попробую. Да, вдруг я его забирал, ну. Скажи точную точку, скинь мне в гильдию. Наверное. Ну, может, и забирал, а может, и нет. Ну, хочу уже крутки 10 сделать. Ой. 30 гарант — это с голд круток или с фиолетовых? С голд. Голд адживент? Нет, это классика. Смотри. Это классический баннер. Это тоже классический баннер. Просто это бомжатский классический баннер без гаранта. Это обычный классический баннер с гарантом. А вот это ивентовый баннер. На него нужны красные круги. Сайленс, не ты бегаешь. Не, ну это я лутал, походу. Мне кажется, проще такие золотые крутки идти искать во второй локе, потому что здесь я реально, ну, все полутал практически. Короче, да, я пойду просто портанусь сюда и здесь попробую хотя бы одну где-то найти. Слева сверху, где металлический дом. 90 круток, 4 разных сарки. Круто. Сколько очередь стоял? Ноль. Я сегодня в 7 утра проснулся. Ну, не для того, чтобы без очереди зайти, а просто так вышло. Вот. Блин, а здесь они еще не все доступны. Этот еще не вырос. Основного острова слева сверху. Два острова. На одном из них металлический дом. Там круг сверху. Слушай, ну на какие-то доп. Острова я, наверное, не ходил. Ха-ха, я сам нашел. Есть же интерактивная, ну, ребят, ну не пользуюсь я интерактивками. Мне самому приятней. Так, эти штуки еще я либо не знаю, что с ними делать, либо с ними еще ничего сделать нельзя. Oh, no. Ну, левел выше 18 не поднимается, потому что у вас какой-то странный сервак. На нашем сервере все поднимается. На каком вы сервере играете? Ну, хоть напишите.
Интересно же, у кого там 18 левел максимальный? В общем, пишут Red Dragon. Гонки? Я пока нет. Астора? У вас на Асторе 18-й? Ясно, неудачники. Ну, это абсолютно рандом. Как-то так получилось, что на сервере... Не хват... О, это что, это не World Boss, не? На Асторе 24-й? Ясно. Короче, ребят, я не знаю, может это вообще какая-то... Ну, это звучит как какая-то бага, правда. Звучит как бага. Я не знаю, почему. Так, еще один фиолетовый сейчас найдем быстренько. И на этом крутим. Крутим. Ну, поехали. Крути. Давайте, бюджетные, погнали. Смена языка бага, а это фича. Может быть. Кажется, синька. Кажется, снова синька. Да. В крутках музыка, как в фильмах Marvel. Да, кстати, похоже, и правда. И, может быть, пора. Ну, пожалуйста. Ну, давай. Ну, всем падает, а мне падают эпики. Еще 10 круток до Леги. Это уже, наверное, завтра выбьем. Сегодня вряд ли получится еще одну Лего налутать. Гарантовый стример и усиление копья. Ладно. Что поделаешь? Бывает. Ну, копье тоже неплохо. После попадания Мунчейзером, чтобы это ни было... Увеличивает урон. Надо просто прочитать, что есть Мунчейзер. Trust, Jumping Stride, Spring Fury. Это скилл. Уменьшает атака врагов. А, дебаф. Нас не бафают. Ну и фигня, значит. Жаль. Что ж... Ладно, не повезло. Так, я, по-моему, давно не делал метку. Наверное, за это время мы, получается, прошли сюжетный квест этой персонажа, ну, ледяного двурука. Но он оказался довольно коротким, поэтому потом я просто бегал и... И утался, да?